Суд запретил одному из первоуральских предприятий пользоваться измерительными приборами. Речь идет о устройствах, в которых присутствует радиоактивный элемент цезий-137. Во время проверки на производстве сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения правил их использования. Нарушения носили в себе угрозу для здоровья работников, угрозу загрязнения, радиоактивного загрязнения производственных помещений. Был составлен протокол и передан в суд. Приборы с радиоактивным элементом на предприятии используют для контроля плотности и уровня реагентов. Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили 60 устройств. У 34 из них истек срок годности. К тому же на предприятии уже полтора года нет санэпидемиологического заключения, без которого нельзя использовать приборы с цезием. Первоуральский суд запретил эксплуатацию радиоактивных источников на 90 дней. На заводе с таким решением не согласны и собираются обжаловать его в областном суде. Данные источники выведены из эксплуатации, то есть производство «Русский Хром» как работало, так и дальше работает, без всяких проблем. Никакой опасности для сотрудников они не представляют.